Привет! С вами я, Фокси, и сегодня я подумал, что разоблачение Ашота было слишком коротким и некому не интересен. Сегодня я полностью расскажу про Ашота и опозорю его. Я, кстати, вспомнил одно недавнее сообщение от Ашота, вот послушайте. Вот, например, я создал свой сервак, да? И, например, найду людей. Ты выйдешь со мной на бой или ты засышь, мне интересно? Вот, блядь, ты еблан. Как ты создашь клан и наберешь людей и вызовешь меня на бой, если ты у меня в клане не находил ни одного человека, когда я тебя просил? Вот что он за хуйню написал. У него, блядь, мозги отказали? Еще друг, с которым 2 года дружу, в отличие от тебя, я ради тебя перестал обижаться, а вместо того, чтобы это сделать, мы поменялись местами. Если ты считаешь, что я называюсь другом, дружу, который с тобой 2 года, это полная правда, а ты предал меня, и ты меня еще в этом винишь. Ну, здесь говорить нечем, потому что я сейчас сказал факт. А ты обиделся на то, что я не удалил эдиты про тебя, и ты перестал из-за этого дружить. А вот здесь полный пиздец. Он меня здесь обвиняет, что я ему типа снял роль, который дает доступ к просмотру каналов на сервере. Ты сам на свой аккаунт на телефоне хотел поставить старшего сержанта. А если ты снял солдата, у тебя пропадет доступ к серверу. Сам снял и меня еще винишь и обижаешься на меня. А на этом фото я тебе скажу, иди нахуй. Тут смысла нет говорить. А ты в комментариях сейчас будешь крюкать то, что на сейчас слился. Но ты ошибаешься. Я уже говорил на том виде, что у тебя нету аргументов. У тебя и просто кажется геморрой, что видишь то, что написал в скрине. А на этом все, надеюсь, вы меня поняли, а вы будете меня поддерживать, убегать таких долбоебов, как Ашот.